пока непонятно. Без остановили работы, происходит порубка деревьев. Понятно. Остановили работы, сейчас будем разбираться. То есть это без разрешения, без всего? Ну, по крайней мере, разрешительную документацию нам не представили. Если ее представят, подвезут в отдел, сейчас есть разбираются в отдел, и будет вестись пока административный надзор, и разбирательство. Если дело приобретет уголовный характер, значит, да. Вот это вот родники были, которые загубили.